Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, это у нас Nissan Terrano, автомобиль 2017 года выпуска, оснащен мотором 2 литра на механической коробке передач, полный привод, всего лишь один владелец, машина в достойном техническом состоянии, чистенький ухоженный салон, хорошая комплектация, переместимся в сам автомобиль вовнутрь, я вам там все подробно покажу и расскажу. Здесь у нас с вами аккуратный чистый салон, сиденье, карты, дверей выглядят хорошо. Спереди у нас с вами тоже аккуратный чистый салон, сиденье, карты, дверей, панель. Водительская дверь, состояние хорошее. Итак, давайте пробежимся по комплектации. Как видите, у нас на руле имеются кнопки. Это у нас отвечает за круиз-контроль. Здесь у нас с вами располагается джойстик управления штатной системы. 4 стеклоподъемника. Механическая коробка передач 6-ступенчатая. Регулировка зеркал. Управление полным приводом. Принудительное включение парктроников. Кнопка отключения стабилизации. Можно выбирать эко-режим. Отопитель салона с кондиционером. Кондиционер заправлен, исправно работает. Сам, кстати, круиз-контроль включается-выключается у нас с вами здесь. Сама штатная аудиосистема. В комплекте будут ключи с автозапуском от фирмы Starline. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль. Ровно работает мотор, ошибок никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 135 тысяч километров. И также у нас еще имеется подогревы сидений. Данный автомобиль находится в наличии у автосалона столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем и расскажем вам все про автомобиль. Если вас устроит машину, вы сможете у нас приобрести по системе трейдинг в кредит либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, желаем хорошего настроения, всем доброго, до свидания.